Из-за урагана Мэтью власти Гаити перенесли первый тур президентских парламентских выборов на 20 ноября. Второй тур голосования состоится 29 января. Напомню, Мэтью обрушился на юго-восток Гаити в начале месяца и стал причиной самого крупного гуманитарного кризиса на территории республики за последние 6 лет. Как сообщают в ООН, стихия уничтожила до 80% урожая в стране. По оценкам организации, это приведет к голоданию более чем сотни тысяч детей. Правда, половина населения Гаити страдала от недостатка доедания и до урагана. Напомню, жертвами стихии стали свыше 470 человек, еще 75 считаются пропавшими без вести, 340 пострадали. А в гуманитарной помощи нуждаются порядка 1,5 миллиона человек.